Это уже второй ролик по Black Раше на этой неделе. Если вы не смотрели предыдущий, то вы как бы, ну, можете это сделать, потому что сейчас ролики стали выходить не раз в день и не каждый день в 20.00, а просто там, типа, знаете, один ролик в 7 утра, другой уже в 4 часа дня, а другой в 8. И люди постоянно теряются и не знают, что смотреть вообще, когда выходят просто три ролика в день, отдают предпочтение какому-то одному видосу, который просто появился у них в фиде подписок, либо просто там на главной странице и так далее. Ведь многие люди сейчас на ютубе, они... Не знаю, что вообще даже есть вкладка подписки и то, что видосы можно смотреть оттуда. Просто то, что есть на главной странице, они заходят и смотрят только это. А про подписки абсолютно точно забывают. Поэтому, если вы не смотрели вдруг какие-то видеоролики из тех, которые я выпустил недавно, то как бы вы можете посмотреть, потому что скоро уже тысяча видеороликов, и они перестанут выходить. То есть, все, тысяча... Ну и ладно, я уже более подробно расскажу все это в 999 ролике, в 1000, в 1001. -м. В общем-то, все будет, поэтому поэтому вы как бы можете просто подождать. А сегодня, разумеется, я опять-таки перейду к обсуждению новостей с Black Rush, с сервака, на который вы, кстати, тоже можете зайти, скачать лаунчер по ссылке в описании, вести мой никнейм Данил КПРФ и, в общем-то, сделать все прочие вещи, которые вы только сможете сделать. Итак, давайте перейдем к самой новости. Руководство КРМП проекта Black уже планирует третий сервер к вечеру. В общем-то, очень странная новость, потому что ну, такое чувство, что она опубликована ну, какого-то, возможно, 20 апреля 2020 года, однако все происходит, ну, немного не так, потому что новость, ну, абсолютно точно свежайшая. Я не знаю, возможно, Рома Злобин начал дезинформировать вдруг внезапно, да, то есть никогда такого не было, и вот Ромка, наш дорогой, начал дезинформировать, говорить какие-то вещи, которых уже не было, однако тут еще ко всему этому посту прикладывается скриншот в котором Black Rush пишет все свои мысли: возможно, основатели, возможно, разработчики, возможно, пиар-менеджер, возможно, еще кто-то все это пишет. В общем-то, давайте сейчас перейдем уже к самому вот этому вот скриншоту. Не знаем точную очередь на вход, но она явно больше тысячи человек. Если так и дальше продолжится, то ближе к вечеру будет третий сервер. Надеемся, этого хватит. Видимо, Life Mobile решил: а, так знаете, ну, вспомнить какие-то былые времена, вспомнить вообще, чем они занимались. И в целом, когда ведь открывался Black Rush, и они открыли сразу. Два сервака, и все они были зафулины. И потом они уже решили открыть третий сервак, так как ну если спрос есть, то разумеется, должно быть и предложение на все это. И разумеется, они все это начали открыть. Возможно, в комментариях под данным постом и нам объяснят вообще, почему было все это сделал, потому что мне нет никаких предположений, почему она могла все это сделать. И почему сейчас, когда у Black Rush уже 16 активных серверов, когда Black по-моему, то ли обогнала Резону, то ли находится с ней наравне, то ли уже. Arizona RP начала догонять балакрашу по количеству серверов, потому что ну, это очень странно, когда а, топ-1 проект в GTA Аризона РП начинает догонять какой-то непонятный, который непонятно вообще откуда появился мобильный КРМП проект на Android. Типа, ну это очень странно, хотя в этом тоже есть объяснение, потому что телефоны, они как бы есть у всех, а компьютер, который потянет сам, ну ладно, любой абсолютно точно компьютер сможет потянуть сам, типа, абсолютно любой, и поэтому это тоже такое себе, хотя возможно, люди хотят, ну я не знаю, посмотреть на что-то новое, потому что раньше, ну, КРМП проектов на телефон не было, и вообще все это было в новинку, да и сейчас для многих людей то, что ты можешь поиграть в КРМП в абсолютно любой точке, Мира, где бы просто одно условие то, что должен быть интернет, это ну поражает воображение и сознание просто многих людей. Однако, я хочу вам напомнить, что вы уже сейчас можете поразить свое воображение и начать играть на Black Rush, потому что ну я играю на ней и снимаю и прочие вещи, как бы ну тоже делаю. Поэтому вы можете скачать лаунчер по ссылке в описании, вести мой никнейм, Данила КПРФ, который также есть в описании, а также на втором уровне вести мой промокод хэштекс dse и все у вас будет хорошо замечательно и круто всем спасибо за просмотр данного видеоролика ставьте дизлайки подписывайтесь от канала всем пока